Меня зовут Валентина Романюк, и сегодня я хочу вас познакомить с интересной книжкой автора Марио Рамос «Малыш Фьють». Это очень поучительная история, как и многие книги этого автора. Поэтому я советую почитать ее не только детям, но и взрослым. Так что собирайтесь все вместе с семьей у экрана и слушайте сказку. А пока немножко об авторе. Марио Рамос окончил Брюссельскую школу искусств «Ля Камбр». Его любимые художники – французский иллюстратор, писатель и борец за права людей Томми Уингер и Сол Стенберг. И известнейший в мире американский художник-карикатурист. Рамос начинал как иллюстратор в рекламе и журналах, понемногу работая над книгами. Его дебютом в книжной и детской иллюстрации стали сказки и рассказы Льва Толстого. Сказка-притча «Малыш Фьють» стала одной из самых известных его книг. Это первая книга Рамоса на русском языке, и по стечению обстоятельств она стала его последней работой. Ну что ж, начнем. Слушайте внимательно. Леон был маленький, очень маленький, но он подавал большие надежды. На праздник его коронации пригласили всех зверей. А затем Леон переменился. Он окружил себя армией горилл и платил им за службу банановыми шкурками. Чтобы встретиться с его величеством, нужно было подать письменное прошение. Просители должны были стоять на коленях, не поднимать глаз и говорить тихо-тихо, чтобы не нарушить покой короля. Звери начали недовольно ворчать. Леон сделался жестоким и безжалостным. Зато сам себе он казался великим, страшно великим, ужасно великим. Леон менял законы по своему хотению. Звери стали его бояться. Однажды он придумал закон, который запрещал птицам летать. Родители должны были подрезать крылья птенцам, едва те вылупятся на свет. В королевстве назревал мятеж. Тогда, чтобы отвлечь внимание, Леон объявил соседям войну. За войной так удобно было наблюдать с балкона. А на самой окраине королевства жила-была птичка Тиффани. Тиффани было грустно, очень-очень грустно. Пока она высиживала своего первенца, кто-то большой и толстый наступил на ее любимого мужа и раздавил. Когда птенец вылупился из яйца, он зацепился лапкой скорлупу и несколько раз перекувырнулся через голову. «Фьють! Ха-ха-ха! Какой ты смешной!» — сказала Тиффани, обнимая его крыльями. «Я назову тебя Фьють. Ты мой малыш Фьють». Тиффани так нежно любила своего птенчика, что совсем забыла подрезать ему крылья. Она учила малыша быть осторожным, чтобы его не растоптали большие звери. Учила его взбираться по лестнице на дерево и не падать вниз. Фьють оказался любознательным птенцом. Он ничего не боялся и любил смешить друзей разными проделками. А война все не кончалась. Король устраивал парады и сулил подданным лучшие времена. Однажды он со свитой проезжал мимо дерева, на котором сидел Фьють. «Да здравствует король!» — кричали звери. «Почему?» — спросил Фьють. Все уставились на него в изумлении. «Почему он король, если он такой злой?» —
не унимался Фьють. «Потому что у него есть корона», — ответили звери. «Ха!» — сказал Фьють, взмахнул крыльями и вдруг полетел. Все ахнули. Фьють подлетел к королю и утащил у него корону. «Вырвать ему крылья!» — вскричал Леон, вне себя от ярости. «Выколоть ему глаза! Поджарить его на медленном огне!» Но никто не мог ничего поделать с маленькой птичкой, которая умела летать. Фьють покружил над толпой и надел корону на поросенка. Все захохотали, только поросенок не смеялся. Наоборот, он объявил с очень серьезным видом: «Отныне всем дозволено мыться не чаще раза в год, а хищникам пускай вырвут все зубы!» «Ха-ха!» — Фьють подхватил корону и надел ее на крокодила. Тот немедля огласил указ: «Упитанные поросята должны сами являться ко мне на обед группами по 8». «Ха-ха!» — Фьють подхватил корону и надел ее на осла. «Читать и писать запрещается», — проревел осел. «Думать тоже». «Ха-ха!» — Фьють подхватил корону и надел ее на слона. Слон потребовал: «Подать мне 36 горячих обедов прямо в постель, а мышей передавить». «Ха-ха!» — Фьють подхватил корону и надел ее на пса. «Отныне всякий, кто желает что-то сказать, обязан лаять», — изрек пес. «А кто доволен, пусть виляет хвостом». «Ха-ха!» — Фьють подхватил корону и надел ее на лису. Лиса облизнулась. «С сегодняшнего дня все куры и кролики могут вольно бегать по полям. Утки и гуси свободны, как ветер. Дарую всем свободу!» «Ха-ха! Вот умора!» — Фьють подхватил корону и надел ее на гориллу. Горилла хорошенько почесалась, потом еще почесалась и пробурчала: «Может, вернем корону льву?» «Ха-ха-ха, обхохочешься!» Фьють подхватил корону, взмыл в небо и скрылся за горизонтом. Он летел долго-долго, пока не долетел до огромного синего океана. Тут он разжал клюв, корона упала вниз и утонула. А Фьють, освободившись от своей ноши, полетел дальше. Он решил повидать мир. Тем временем в глубинах океана маленький Нерон подавал большие надежды. Вот с такой интересной книжкой мы сегодня познакомились. Надеюсь, вам очень понравилось, и каждый извлек из нее свой собственный смысл. Спасибо за внимание!